Ребята, сегодня танцы Капорал в центре Лимы. Ура! Еще одна фиеста! Супер! Что-то другое, не перуанское, другая латина. Интересно, в воскресенье побывать в центре Лимы. Муж сказал, что это все же Перу, только другая зона. Ну, ребят, повезло, повезло. Очень интересное мероприятие. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ой, я счастливый человек, побывал на таком мероприятии. Люди приехали с разных регионов в центр Лимы, чтобы вот так выступить перед туристами. Дорогого стоит за это зрелище. Когда-нибудь побываю в этих регионах, в Сельве, в Андах. Мечта. Титикака, Анды и джунгли. А посмотрите, вот эти вот семена, которые растут в джунглях, да, и обереги, присутствуют на костюмах. Также они присутствуют на ритуалах шаманов. Ну, а посмотрите, какие у них тут костюмы. Не знаю, как всем, мне это очень нравится мероприятие. Я счастлива, что побывала. Вот так непринужденно выходной день. Интересно узнавать культуру, традиции народов Перу.